Какая канатная дорога. У нас таких 4 будет. Это самая простая, самая поломная. Они пронумерованные опоры? Пронумерованные опоры, да? Опоры пронумерованные, да. Ну что, готовы, девчонки? Да. Ох, верхотура. Ну что? Вот мы на канатной дороге. Сначала мы ехали на той, которая там однушка. Вот она внизу. А теперь мы едем вверх. Второй уровень. Она такая высокая. Высоко. Едем уже парами. Ну, это, конечно, красота, безусловно. Не над джунглями, конечно, внизу борщевики. Но зато по сторонам, если не смотреть прямо под ноги, то по сторонам просто красота. Такие горы. И мы на высоте, на приличной сами едем от земли. Ну, это вот интересно. То есть не ползем прямо пузом. Ну как вам? Такое все беленькое, симпатичное. Бутончики, да. Не дышала. Мы спешим, доезжаем до меня. Доезжаем, все хорошо. Лед видел? Поедем на длину. Там белая вершина, это там Эльбрус.
сойдите, вот она наша точечка, посмотрим. Нам нужно к высоте привыкнуть. Я уже все доел, товарищ Путин, следи за нами, как говорится, большой брат следит за тобой, даже здесь, как оказалось. А так вот вообще прекрасно. Сзади горы, Mountain View. Мы уже все поели, но в таком кафе находиться, это просто сказка какая-то. Красотища какая! Вот это классный фуникулер-то. Прям как какие-то горки русские или американские. Тебе нравится? 6.